Чечевица с курицей и овощами – полноценный и питательный обед для всех членов семьи. Подавать к столу готовое блюдо можно со свежими овощами. Берите на заметку рецепт. Чечевица с курицей и овощами станет отменным обедом для всей семьи. Сорт чечевицы выбирайте по своему вкусу, можно взять красную, зеленую или желтую. К курице добавим морковь и лук, от себя можете добавить помидоры и другие овощи. Чечевица – 200 грамм, курица – 250 грамм, морковь – 70 грамм, лук – 70 грамм, масло растительное – 2 столовые ложки, соль – по вкусу, перец – по вкусу, количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты. Чечевицу залейте литром воды, варите до готовности 20 минут. После приготовления воду слейте. Очистите морковь и лук, овощи сполосните и просушите. Нарежьте морковь брусочками, лук нарежьте полукольцами. В сковороде поджарьте на растительном масле овощи, после добавьте курицу. Предварительно курицу отделите от кости. Жарьте все ингредиенты 4-5 минут. Спустя время добавьте в сковороду чечевицу, соль, перец, специи по вкусу. Прогрейте все 5-7 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита!